Всем доброго времени суток. Не усидел что-то дома. У нас сегодня вчера на рыбалку не пошел. И сегодня ветрище такой. Ну не знаю сейчас. Просто так. Опять время, опять уже 7 часов. Сейчас просто по речке пробегусь. Душу отвести свежим воздухом. Подышать на сон грядущий сейчас. Материал побольше такого поставлю. Потом, если поклевок не будет, укорочу. Обычно, когда побольше, он интереснее играет. Я куньку это больше нравится. По крайней мере, в наших местах. Сейчас раз несколько здесь закину. И дальше пойду. Бесконечных здесь видел уже, но червяка ловили. Может, окунёк какой зашел. А то и щукан. Попробую ближе ко дну опустить. Рыб, поди, весь в коматозе с такой погодой. Он даже на таком ручейке эта волна идет. Кидать-то страшно, куда полетит, непонятно. Ветер туда-сюда крутит. Неохота мормышки по кустам развешивать. Дугу какую выдувает. Не, идем дальше. Так, здесь покидал тоже что-то, ничего нету. Пойду дальше. Вода совсем ушла. Поставил червячка от маракю по весомой, который пока что-то тихо. Может, мормышечку черненькую поставить, что-то на светлую нет. На прошлой рыбалке еще заметил. Все, попробуем. А может, опять танту пора ставить.
Сейчас покидаю маленько, да, дальше пойду. Вот и дождичек пошел. Да, какая что-то рыба сейчас. Там вроде светлеет, может прогонит. Просто и дождичка будет клевать. По закону жанра. Надо мормышку темную ставить, что надо. Светлого не хотят. Танту тоже не хочет. Он кто-то играет. Так, что-нибудь поставим поинтереснее. Ну, дождичек-то что-то расходится. Как бы бежать не пришлось. Надо же кого-то хоть поймать-то. Чтоб не совсем по нолям. Сейчас туда на слияние пойду. Может, там хоть кто-нибудь, как-нибудь, где-нибудь. Хотел на ручеек на карасины сегодня съездить. Куда там ветрище такое? Здесь внизу под горой хоть под берегом хоть затишье какое-то. Сейчас начнется, как обычно. Только погода наладится, начнутся ветра. И будешь все лето бегать, искать, где бы спрятаться. Ни ельцов, ни сорожек не видно. Они обычно реагируют на это дело в пол воды. Корягами где-то все стоят в непогодку. Ладно, дальше пойдем. Кто-то клевать пытается. А? Опять щука
и как я ее возьму сейчас. Ух ты! Я ж туда не слезу. Ага, давай еще. Блин. Не достану. О, блин. Еще и в лес как позапуталась. Ну, как тебя доставать? А? Как обычно, не под сачиков. Вот тут еще берег куда-то уходит. Еще можно утонуть, блин. Но на леске я ее не подниму. Куда под берег? Ой. О. Да. Чуть не срезала. Ой, гад. Блин, еще сам тут утонешь нафиг. Сейчас попробуем перевязаться. Опа, вот окуняра. Вот и первый окунёк. Ха-ха. Надо сфотать. Блин, опять щук. Ну опять, но опять хрен достанешь ее отсюда. Вот там еще одна рядышком. А? Опять откусила. Но вторая уже за сегодня. Леска-то 0,12. Но два щук мимо сегодня. А ты откуда знаешь? Может, я ее съел бы. Третья мормышка, третья щука. Что за день сегодня, а? А нет, не откусила. Сорвалась просто. Что ты, блин? Тут вы щуканы. Вот маленький какой-то. А клюет как карась.
Что, буду, наверное, домой собираться помаленьку, что-то темнеет уже. Сегодня рыбалка непонятная, но интересная. Поймал первого в сезоне супер окуня. И слил 3 щучки. Надо подсак брать. Что-то так тоскливо. Берег, сейчас вода ушла, берег высокий. К самому берегу даже подведешь, не подползешь. Так что не забываем подписываться на канал, лайки, дизлайки, комментарии, как обычно. Всем пока! Сейчас назад пойду, еще там в омуточке покидаю маленько, где начинал, может там кто-нибудь клюнет. Опять щука. Ну что ж такое-то, а? Куда тебя выводить-то? Вот, а ну нафиг. Шнурки подлые. Срезала. Все, нафиг, иду домой. Что за фигня? Ладно. Вот такая рыбалка сегодня, вообще пипец. Я отомщу.